Всем привет, друзья, кто смотрит это видео. После предыдущего, который вышел сегодня, реакция на гранату, или все-таки перед этим роликом. Не знаю, как вы там смотрите, как видео, какое видео выйдет быстрее, это видео или предыдущее. Но хотелось бы, чтобы предыдущее, но кто знает. Короче, объясняю. Камера не записала до конца. Как я и говорил в ролике, что я с вами уже не попрощаюсь. Поэтому вторая часть этого видео. Реакция на гранату. Короче, итоги. Я попробовал вот эту тупо белая граната. Я не знаю, как такая могла попасться. Короче, тупо белая, ребята, граната. Поставил оценочку 4. 4 баллов, ребята. Это, я не понимаю, как так не повезло с гранатой, а вот этой гранате вкусной, этой красной, видите, ей я поставил 7 баллов. Очень вкусная, ну и прикольная. Очень сочная. Неплохо. Еще перед вами им. Не понимаю, почему сегодня такая неудачная граната, а пару дней назад, посмотрите, какая ярко-красная. Очень качественная, а тогда некачественная. Короче, на этом все, ребята. Извините, что ролик перервался, но это из-за меня, что я все не удалил, я не успел удалить, потому что время было уже снимать ролик, а памяти не хватило. Закинуть хмарное хранилище я не успел, память там по времени уже съемки, уже нужно было начинать, понимаете, съемку, поэтому я побежал снимать, ну, а памяти не хватило, поэтому не закончился ролик. Сегодня я перемещаю все ролики, которые я снимал, ну, вчера, позавчера, в хмарное хранилище, и думаю, уже на завтра будет полноценный ролик от начала до конца. А сегодня, ну, так, ребята, получилось. Такие дела. Сегодня перемещаю, удаляю с телефона. Ну, на этом все. Спасибо, ребята, за просмотр. Можете поставить лайк, если YouTube не спишет. Подписаться на канал. Напишите приятный комментарий. Как вам вообще сегодняшний ролик? Понравился про гранату? Как вам вообще граната белая? Ну, мне плохая. Такая оценка очень. Но напишите вы, как вам. И напишите, как вам вот это вот. Как вам, ну, вот эти вот. Ну, я уже доел, видите. Такая себе граната, конечно. Но это очень белая, очень плохая. Ну, она сладкая, но плохая. Такая себе. Четыре. Не знаю, буду я потом это доедать. Короче, всем спасибо за просмотр. С вами был, как всегда, Денис Прэнни. Всем удачи, ребята. Всем пока. Поели.